Пробую экстрим-камеру, как будет снимать, вот если я в движении. Есть пару слов сказать. У нас хорошо сегодня, потепление. Против солнца видно не будет, но вот так, я думаю, вы увидите. 21 градус тепла. Еду на работу. Начало 8-го. Полиция не спалила, что я с камерой тут как-то. Тяжелый вчера вечер был. Решил об этом рассказать. Призы, которые выигрываются. Все замечательно, все шикарно. Я очень доволен. Ну, ничего меня не напрягает. Ни призы, ни отправка. Все как бы нормально. Люди. Адреса. 6 адресов. Я вижу, как бы люди, ну, отсылают адрес, я окей, получил, все как бы нормально. Вчера сел, ну, упаковка берет время, я не упаковываю, просто вкинул внутрь, да, и улетело, и хай летит. Нет, я упаковываю достойно. Я конверты скотчем обворачиваю, там все в пленочку, в фольгу, как для себя. Давай адреса. Что вам сказать? Значит, я начал в 7:30 вечера этим заниматься. Думаю, ну сейчас быстренько час-полтора и займусь работой на eBay. Я закончил упаковку и оформление адресов в 12 ночи. 4.5 часа у меня заняли адреса, так как они были мне отосланы. Невероятно, это просто катастрофа. Просто катастрофа. Ну, я еще пару раз скажу, я, может быть, шаблон какой-то вставлю, как бы, чтобы можно было как-то людям посмотреть. Но опять же, в Гугле можно же забить, как заполнять там посылки, да, и посмотреть. Ну ладно, там одной строкой написали. То есть я скопировал, Word вставил, поделил строку. Но люди дорогие, вы же пишете английскими буквами русский текст. Я не знаю, там мне написали как бы, что вот там с AliExpress там это все доходит, вот так вот как мы пишем. Окей, может быть, я не знаю. Я просто... Ну, ни один из уважающих себя моих друзей с AliExpress и всей этой баландой не работают. Вот. Но может, оно там все как бы нормально доходит. Но я работаю с eBay. Я знаю, как должны быть адреса, как все должно выглядеть. Я еще пару раз напомню, объясню, попытаюсь как бы объяснить, достучаться. Если нет, значит, вот как буду адрес получать, я не буду на это больше тратить времени. Получил одной строкой, скопировал, распечатал, вот будет одна строка на весь конверт, ваш адрес. Получил на русском, распечатал, вставил. Форма заполнения, то есть идет же вначале фамилия, имя, улица, дом, квартира, индекс. Там регион и все вот это дело, в конце Украина. Мне фамилия, имя, Украина, индекс, Украина, город. И вот этот вот весь балаган 4.5 часа. То есть, ну, грубо говоря, там пусть час-полтора у меня это может занять. У меня еще есть работа на eBay. За 2 часа я выставляю 20 лотов или 10 обрабатываю и выставляю. Просто жалко вот это время. Я планировал в воскресенье поехать либо в леса погулять, в горы и все это заснять, либо съездить на Кинерет, заснять блеснение, рыбалку, какое шикарное озеро, все вот это вот дело. Сейчас я этого не сделаю. То есть я, ну, украдено вот это время, и все, значит, в воскресенье я никуда не еду, мне надо будет работать. Подумайте,
общем, где-то так. Ну и бонусом сюда сейчас прикреплю видео, которое мне прислал подписчик. Он же клиент у меня на eBay, он же очень неплохой приятель, коллекционер. Большое ему спасибо, заснял такой ролик классный за распаковку моей посылки, которую он получил. Обратите внимание, как я упаковываю посылки. Потому что я с Украины, те посылки, что я получаю с Украины, это катастрофа. Ну, в общем, где-то так. Так вот вам еще немножко дороги. Красотища, горы, потепление. 21 градус уже, я смотрю на градусник. Ну, в общем, шикарно. Я уже подъезжаю к работе. 5 минут. Сейчас мне еще распечатать на 6 конвертов адреса. Все это наклеить на конверты. Бегом бежать на почту. Почта 8 открывается. Вот у меня осталось полчаса распечатать, наклеить, побежать на почту. Потому что на почте это тоже берет много времени. И уже открывать магазин. Вот такой темп. Я не жалуюсь, что там не надо мне говорить, там, ой, не успеваешь, так закрою. Нет, никто ничего не будет закрывать. Просто я надеюсь, что вы поймете, что когда я это все буду делать слаженно, я буду делать еще больше. Это интересно, я думаю, и мне, и вам. А так получается, ну просто пропавшее время, и я это время не могу же компенсировать. То есть в сутках 24 часа. Все, есть планы. То есть вчерашние планы улетели на воскресенье. Потому что сегодняшние планы – это сегодняшние. Ну, в общем, где-то так. Всем хорошего утречка, хорошего дня, хорошего вечера. Не знаю, когда там видео зальется. Еще с интернетом мне вчера целый день нервы протрепали. Пришли, ковырялись, запустили. Вместо 40 появилось 85-90. Ушли. Через час 30 начали им звонить, очередь 27-я по звонку. Прождали час 10, отключили телефон. Все, в общем, меняем компанию. Будем, в общем, все это переделывать. Все, люди, хорошего дня всем. Благополучия в семье, здоровья, всем удачи. Сегодня получил посылку от Рони из Израиля. Сейчас распечатаем, посмотрим. Запечатано серьезно. Так. Что-то тут Рони намотал. Не пожалел. Это флаг Израиля.
лента из флагов Израиля. Прикольно. Спасибо, Роня, за подарочек. Чехол для очков King 7. Открываем чехол. Еще подарочек. Брелок The Home from Oman. Я так понимаю, что это что-то связано с армией. Лотик израильских монет. Я их выиграл на стриме. Часики мужские. Ракета. Это монетки. Одна марка, Германия, одна вторая франка, Франция, серебро. Тут три монетки, Германия, 10 евро, серебро, юбилейки. Так, так. Ну а это юбилейные монеты Израиля. Серебро. 500-я проба. Тоже 500-ка. И четвертая монетка. Спасибо, Роня, за подарки.